Agapate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Bhagavad Gita, chapter 9, text number 13 and 14. Мы читаем Бхагавад Гиту, главу 9, текст 13 и 14. Mahatmanastu mam parta. Mahatmanastu mam parta. Daivim prakritim ashrita. Daivim prakritim ashrita. Vajanti ananya manaso. Vajanti ananya manaso. Gyatva bhutatim avyayam. Gyatva bhutatim avyayam. Mahatmanastu mam partha. Mahatmanastu mam partha. Daivim prakritim ashrita. Daivim prakritim ashrita. Bhajanti ananya manaso. Bhajanti ananya manaso. Yadva bhutadim avyayam. Yadva bhutadim avyayam. Mahatmanastu mam partha. Mahatmanastu mam partha. Daivim prakritim ashrita. Daivim prakritim ashrita. Vajanti ananya manaso. Vajanti ananya manaso. Yadva bhutadim avyayam. Yadva bhutadim avyayam. Махатмасту мамам прия притха. Махатманасту мапартха. Давьям пракритьям ашрита. Давьям пракритьям ашрита. Каджанти ананья манасо. Каджанти ананья манасо. Чаванти бхутьям бхуттава авьям. Ятва бхутадим авьяям. Махатманасту мам партха. Махатманасту мам партха. Дайвим пракритим ашрита. Дайвим пракритим ашрита. Баджантьянанья манасо. Баджантьянанья манасо. Жнатва бутадим авьяям. Жнатва бутадим авьяям. Махатманасту мам партха. Махатманасту мам партха. Давим пракритим ашрита. Давим пракритим ашрита. Баджантинанья манасо. Баджантинанья манасо. Гьятва бхутадим авьяям. Гьятва бхутадим авьяям. Махатманасту мам партха. Махатманасту мам партха. Давим пракритим ашрита. Баджанти ананья манасо. Джатва бхутади авьяям. Махатманасту мам партха. Махатманасту мам партха. Давим пракритим ашрита. Давим пракритим ашрита. Баджанти ананья манасо. Баджанти ананья манасо. Ятва бхутади авьяям. Ятва бхутади авьяям. Махатманасту мам партха. Махатманасту мам партха. Давим пракритим ашрита. Давим пракритим ашрита. Баджанти ананья манасо. Баджанти ананья манасо. Абхутадим авьяям. Very good. Okay.
Маха Атманах. Маха Атманах. Великие души. Великие души. Ту. Ту. Но. Но. Мам. Мам. Ко мне. Ко мне. Партха. Партха. О сын Притхи. О сын Притхи. Дайвин. Дайвин. Божественный. Божественный. Прокритим. Прокритим. Природе. Природе. Ашритаха. Ашритаха. Приходит, ища покровительство. Приходит, ища покровительство. Баджанти. Баджанти. Служит. Служит. Ананья Манаса. Ананья Манаса. Те, чей ум не отклоняется. Те, чей ум не отклоняется. Гьятва. Гьятва. Постигнув. Постигнув. Бута. Бута. Творение. Творение. Один. Один. Источник. Источник. Авьяям. Авьяям. Неистощимый. Неистощимый. Перевод. О сын Притхи, те же, кто свободно от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неистощимая. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе дано описание Махатмы. Главным признаком Махатмы является то, что он находится под покровительством божественной природы. Материальная природа не оказывает на него никакого влияния. Как можно достичь такого уровня? Об этом сказано в 7 главе. Тот, кто предается верховной личности Бога Шри Кришне, сразу же выходит из-под влияния материальной энергии. Таково условие. Чтобы освободиться из-под власти материальной природы, обусловленная душа должна предаться верховной личности Бога. Это первый шаг. Поскольку живое существо относится к пограничной энергии Господа, выходя из-под влияния материальной энергии, оно оказывается во власти духовной энергии. Духовную энергию, которая берет под свое покровительство живое существо называют Дави Прокрити, божественной природой. Когда предавшись верховной личности Бога, человек достигает уровня, духовного уровня, он становится великой душой, Махатмой. Все внимание Махатмы сосредоточено на Кришне, ибо он до конца осознал, что Кришна – это изначальная верховная личность, причина всех причин. У него в этом нет никаких сомнений. Стать Махатмой, великой душой, можно, общаясь с другими Махатмами, чистыми преданными Господу. Чистых преданных не привлекают другие образы Кришны, такие, например, как четырехрюки Маха-Вишну. Все их внимание сосредоточено на двурукой форме Кришны. Они не испытывают влечения к другим проявлениям Бога, не говоря уже о людях или полубогах. Обладая сознанием Кришны, они сосредотачивают все свои помыслы только на Кришне. Они постоянно служат Господу в сознании Кришны и никогда не сходят с пути преданного служения. Om Agyana Timirandasya Jalam Jana Shavakaya Chakshumitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutam Vada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sadrajatam Adama Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakha Nidhamscha E Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Govisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Krishna Banu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patita Nam Vapanebhyo Vaishnavayo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So in this chapter, Lord Krishna was describing his relationship with the material energy.
Итак, в этой главе Кришна описывает свои отношения с материальной энергией. And then he went on to describe how some people cannot understand Krishna and they think of him as being an ordinary person. И здесь он говорит о том, что некоторые люди не могут его понять правильно, они думают, что он обычный человек. But now Krishna is describing about devotees. Krishna is giving a description of devotees. Но здесь дано описание дано преданными. The devotees are described here as mahatmas, meaning great souls. И преданные здесь описаны как махатмы, то что значит великие души. Prabhupada referred the members of the Krishna consciousness movement as mahatmas. Прабхупада говорил, что все члены движения сознания Кришны являются махатмами. They are all great souls taking shelter of Krishna. Прабхупада сказал, что это все великие души, потому что они приняли прибежище у Кришны. Of course, we may be thinking, I'm not a great soul. How could I be a great soul? Конечно, мы можем не думать так о себе, как это я великая душа, как я могу быть великой душой. But according to Bhagavad Gita, anyone who is surrendered to Krishna is a great soul. Однако, согласно Бхагавад-гите, каждый, кто предался Кришне, является великой душой. And anyone who has taken shelter, who has joined the Krishna consciousness movement, and who is practicing the process, chanting Hare Krishna and following the principles, then they have taken shelter of Krishna, and they are great souls. И те, которые присоединились к сознанию Кришны, которые следуют регулирующим принципам, повторяют Хари Кришна Махамантру, они являются великими душами. There are not many souls who have taken shelter of Krishna. Не так уж много душ, которые приняли прибежище у Кришны. Devotees are very rare souls. Преданные — это очень редкие души. Fortunate souls. Но они очень удачные. Because they have taken shelter from the material energy. They have taken shelter of Lord Krishna, who is giving protection from the material energy. Потому что они приняли прибежище от материальной энергии у Кришны, который дает им эту защиту. So in this verse, Lord Krishna says, devotees are not under the material energy, because they've surrendered to Krishna, they're under the protection of the divine energy. И в этом стихе Кришна, же преданные, не находятся во власти материальной энергии, так как они приняли у него прибежище, они находятся под властью его божественной энергии. Krishna has different potencies. There is the material potency and the spiritual potency. У Кришны есть различные энергии, духовные и материальные. Right? This material world is his material energy. И этот материальный мир — это его материальная энергия. It's eternal. Она является вечной, но иногда она проявлена, а иногда нет. Right? The material energy is made up of the five gross elements. Earth, water, fire, air, and ether. И грубая материя состоит из пяти грубых элементов. Это эфир, вода, воздух, огонь, земля. Right? This wood. This is a manifestation, transformation of air. Например, вот это дерево, это является трансформацией земли. Earth. So everything in this material world is Krishna's energy. Итак, все, что есть в этом мире, это энергия Кришны. There's the gross elements, there's also the subtle elements. Есть the mind, the intelligence, and the ego. Есть грубые элементы, а есть тонкие элементы. Это ложь. A gross physical body, we have also a subtle. Тело, но у нас есть также и тонкое тело. Our gross body, we see the body is made of skin and bones and blood. Это наше грубое физическое тело проявлено как кости, кровь, кожа. It's also different combinations of earth and water and fire and air and ether. Это также является проявлением комбинации огня, воды, воздуха, эфира и земли. Within the body, we know the body becomes, when we bury the body, it becomes earth, it becomes dust.
когда мы хороним тело, оно в итоге превращается в землю, превращается в пыль. And there's also water, of course, in the body. И, конечно, в теле есть вода. There is fire also in the body. В теле также есть огонь. We have to have fire to digest. And there is air. We have to keep some air in the body. Чтобы находиться воздух. And ether means the space where you take away the air. Space. When you take it back, all Krishna's energy. Это все является Кришной. But there's a superior energy. Но есть превосходящая энергия. We are marginal energy. Мы отделенная энергия. Marginal. Marginal means we have free. We can either be in the material energy or the spirit. Мы можем как бы находиться как в духовной, так и в материальной энергии. Just like you go to the border between. You can be in Russia one minute and then in China the next. Например, как мы находимся на границе с Китаем, то есть в одну момент мы находимся в России, в другой момент мы уже. We have the river, right? He jumped. По одну сторону находится Брещенск, а на другой стороне Хайхэ. We're either in Russia or we're in China. Пересекаем мы эту реку, либо мы в России. On the river, we're somewhere in between the two, right? Но когда мы на реке, мы находимся где-то. You're not in Russia, you're not in China. Мы не в России, не в Китае. Spirits, we are all spirit souls. Также мы являемся духовными частицами, мы духовные души. But we are in the material world. Но сейчас мы находимся в материальном мире. So we place ourselves under the material. Бога этого человека. Just like we're hearing in the morning, Lord Yamaraj is speaking to his devotees, his servants, the messengers, the Yamadutas. He's telling them, don't go to the devotees. Как сегодня утром мы обсуждали, Yamaraj давал наставление своим слугам, своим посланникам. Он говорил им, не приближайтесь к преданным. Don't approach anybody who is chanting the holy name of the Lord. Он говорил, не подходите ни к кому, кто повторяет святое имя Господа. You can only go to those people who are absorbed in sense gratification, who are only thinking of their own material pleasure. Вы можете приблизиться только к тому, кто думает о своих чувственных наслаждениях, кто погряз в этих материальных наслаждениях. Yamaraj tells his servants, bring these sinful people to me. И он говорит своим слугам, приводите этих людей ко мне. But don't go near the devotees. So Lord Chaitanya was asked how to recognize who is a devotee. И Господь Чайтанья спрашивал, как узнать, кто является преданным? Every year, the devotees used to go from Mayapur to Jagannath Puri to go to Rath Yatra. Ежегодно преданные из Джаганатхапури идут в Майяпур, это называется Радхаятра. So when they would come, they would take advantage to ask questions to Lord Chaitanya. И когда они приходят туда, у них появляется возможность задать вопрос Господу Чайтанье. So one devotee said to Lord Chaitanya, I am a family man. I am in material life. I have my family, my wife, my children. How can I make spiritual advancement? И однажды преданный спросил Господа Чайтанью: "Я семейный человек, у меня есть жена, дети. Как я могу продвинуться по духовному пути?" Lord Chaitanya said, "You have to do two things." Господь Чайтанья сказал: "Ты должен делать две вещи." One is, he said, "You should serve the devotees." В первую очередь ты должен служить преданным. And the other thing is to chant the holy name. И второе это повторять святое имя. Right? Lord Chaitanya told them, serve the devotees and chant the holy name. Итак, Господь Чайтанья сказал, служите преданным и повторяйте святое имя. So then the devotee said to Lord Chaitanya, how can I recognize who is a devotee? И этот человек спросил Господа Чайтанья, а как я могу узнать, кто является преданным? Because some people, they may have nice big beads on, they may put nice big tilak on, but they may not be devotees. Иногда человек может
носить канхималу, у него может быть красивая большая тилака, но он может быть и непреданным. How do we know who is such a gopi? Как же нам узнать, кто является преданным? Lord Chaitanya said, if anyone chants the holy name even one time, you should consider him a devotee. Господь Чайтанья сказал, если человек повторил хоть раз святое имя, уже нужно считать его преданным. So the devotee offered his obeisances to Lord Chaitanya and he left. Итак, этот преданный, он поклонился Господу Чайтанье и ушел. Then, after one year, the devotee came back to Jagannath Puri. And again he came to see Lord Chaitanya. And again he asked him, how can I recognize who is a devotee? И через год этот преданный вернулся снова в Джаганатхапури, также Господу Чайтанье с этим вопросом. Как я могу узнать преданного Господу? Lord Chaitanya told him, anyone who is chanting the holy name regularly, he is a devotee. И Господь Чайтанья ответил ему, каждый, кто повторяет святое имя регулярно, является преданным. The devotee offered his obeisances and left. Этот преданный, он поклонился и ушел. Then after another year, the devotee came back and again asked the same question. Через год он опять вернулся и опять задал тот же самый вопрос. How to recognize a devotee? Как можно узнать преданного? Lord Chaitanya said, if someone, just by seeing that person, if you simply see that person and he makes you chant the holy name, then he is a devotee. Если увидели человека, у вас появилось желание повторять святое имя, он является преданным. So Lord Chaitanya was explaining in this way, he was explaining how there are different levels of devotee. Таким образом, Господь Чайтанья объяснил, что есть разные уровни преданных. Someone is chanted the holy name one time, they're just beginning, they're starting to chant the holy name. Например, кто-то только начал повторять святое имя, он только в самом начале. Just like a new devotee comes to Krishna consciousness, we introduce them to the chanting of the holy name. Когда появляются новые преданные в сознании Кришны, в первую очередь мы учим их повторять святое имя. Krishna consciousness is awakened by the chanting of the holy name. Сознание Кришны пробуждается в человеке, когда мы повторяем святое имя. So we always encourage devotees when they come, get some beads, get a bead bag and chant the holy name. Поэтому мы вдохновляем новых преданных, чтобы они, у них появился мешочек, четки, чтобы они повторяли святое имя. Have you all got beads? У вас у всех есть четки? Yeah. Chanting? Повторяйте. Yeah. How many rounds? Сколько кругов? Не всегда 16, да? He tried to chant 16 rounds. Mm-hmm. Not always, but he tried. Okay. Yeah, chanting? Повторите. Yeah. How many rounds? Сколько? Стараюсь, то 16. She also tries to chant 16 rounds. Really? Yeah, very good. Okay, so we're beginning. We haven't taken initiation yet. We're still trying to chant 16 rounds. Итак, мы в начале, мы еще не приняли инициацию, мы пытаемся повторять 16 кругов. But on the intermediate stage, somebody is chanting every day 16 rounds. Но тот, кто находится на среднем уровне, он повторяет 16 кругов ежедневно. Just like someone's taking initiation. So they make a vow to chant every day. Человек, который принимает эту инициацию, он дает клятву повторять 16 кругов ежедневно. It is said of all the instructions of the spiritual master, the most important is to chant the holy name. Среди всех наставлений духовного учителя самым важным является повторять святое имя. And for initiated devotees, they have to chant at least 16 rounds. А для инициированных преданных по меньшей мере 16 кругов. Prabhupada said to chant 16 rounds doesn't take very long. Прабхупада говорил, что 16 кругов нужно повторять не очень долго. Maybe it should take 2 hours. Это может занять примерно 2 часа. Of course, you ladies, you've got families, you have
take care of your husband, you have to take care of your children, maybe also you have a job. Вы мать, у вас, возможно, есть дети, семейные обязанности, возможно, вы работаете. You also have a job. У вас также есть работа? But there are many devotees also with jobs, and they find time to chant. У многих преданных есть работа, и они находят время, чтобы повторять. They're doing the chanting, they're working, they're also devotees. Они работают, они повторяют, они являются преданными. They have their family. У них есть семьи. Just like I was in Sakhalin, and there was one lady there, and she's initiated, she's chanting every day 16 rounds. Я был на Сахалине, и там есть одна преданная, она повторяет ежедневно 16 кругов. And she's also working. Она также работает. And at the same time, she made many big bags for me. И в то же время она успела сделать очень много мешочков для меня. Yeah. So although she's doing so many other things, she still has time. She made many big bags that I can distribute for the work. Помимо того, что она занимается очень многими делами, она нашла время для того, чтобы шить эти мешочки, для того, чтобы потом раздать их преданным. Just like, you know, there's many things you have to do every day. We have to cook, you have to clean, you have to wash. Есть очень много ежедневных обязанностей, которые нам нужно делать. Нам нужно готовить, нам нужно убирать дом, мыть. We find time to do it. Нам нужно найти время, чтобы все это делать. We find time to sleep. Мы находим время для этого. Мы находим время для сна. We have to also find time to chant. Поэтому мы также должны найти время для того, чтобы повторять. It's important for our Krishna consciousness. Это очень важно для сознания Кришны. If we're not chanting regularly, then it's difficult to maintain Krishna consciousness. Если мы не повторяем регулярно, нам очень трудно поддерживать сознание Кришны. So in the middle stage, Lord Chaitanya said, someone's chanting the holy name regularly. This is the intermediate stage. This is like initiated devotee. Итак, Господь Читания сказал, что человек среднего уровня, он повторяет Хари Кришна регулярно, это инициированный преданный. And on the higher stage, the topmost stage, you just see that person and it makes you want to chant Hare Krishna. И преданный высшего уровня, вы просто смотрите на него, и это заставляет уже вас повторять Хари Кришна. Just like if Prabhupada was to walk into the room, what would you say? We would just say, Hare Krishna. Например, что бы вы сделали сейчас, Прабхупада зашел в эту комнату? Вы бы сказали, Hare Krishna. Prabhupada would make everyone, would inspire everyone to chant. Прабхупада бы, он сразу вдохновил вас повторять. And Lord Chaitanya was going everywhere. Everyone was chanting whenever they saw Lord Chaitanya. И Господь Читания уходил повсюду и всех вдохновлял повторять Хари Кришна, кто бы его не видел. If somebody saw someone who saw Lord Chaitanya, they would also chant. И даже если человек видел того человека, который видел Господа Читания, он все равно начинал повторять Хари Кришна. The chant, everyone began to chant because of Lord Chaitanya. И так все начинали повторять Хари Кришна из-за Господа Читания. So there are different levels of devotees, different levels of Krishna consciousness. Итак, есть различные уровни преданных, различные уровни сознания Кришны. Somebody's a beginner, somebody's intermediate, they're steady, and someone is more advanced. Кто-то только начинающий, кто-то уже находится на регулярном уровне, и кто-то. But they're all devotees. They're all equal in the eyes of Krishna. Но они все преданные, и они все равны в глазах Кришны. And they're all under the protection of the divine energy. И они все находятся под защитой божественной энергии. So Krishna then goes on to describe the activities of these devotees. Дальше Кришна описывает действия такого преданного. How they're chanting regularly. О том, что он повторяет, как он повторяет регулярно. And how they worship Krishna. Как он служит Кришне. They bow down before Krishna. Как он ложится в поклон перед Кришной. So these are activities which we want to practice every day. Это то, что мы должны практиковать каждый день. We can keep some pictures in our home. We keep an altar in our home. У нас должен быть какой-то алтарь дома с изображениями. And we worship. We can offer incense. We can
offer flowers. И мы можем служить Ему, предлагать благовония, цветы. And even you have no incense and no flowers, we can offer our prayers. И если у нас нет благовоний или цветов, мы можем предлагать наши молитвы. There are many prayers we can recite for Krishna. Существует много молитв, которые мы можем повторять для Кришны. In Hong Kong, what I was hearing, one lady, she comes to the temple every morning, she was singing the Gopi Gita, the song sung by the gopis. В Гонконге есть одна преданная матаджи, она приходит ежедневно утром и возносит молитву Гопи Гита, то есть это молитвы, произнесенные гопи. Yeah, so beautiful. She was sitting in front of the deities and she was singing Tavakatam ritam tapta jivanam kavibiritam kaumasapaham shravanamangalam srimadatatam uvikrinamte puridachana. Like she was singing all the verses of the Gopi Gita. Very nice. Это очень прекрасное зрелище. Она садится перед божествами и поет все стихи из Гопи Гиты. So we can practice also singing these songs to Krishna. Мы можем также это практиковать, петь эти песни для Кришны. We have the prayers by Queen Kunti. У нас есть молитвы царицы Кунти. Kunti says, what did she say? Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Komaraya Govindaya Namo Namaha Namo Pankajanapaya Namo Pankajamalane Namo Pankajanetraya Namaste Pankajangraye. It's like that there are so many nice verses in the Srimad Bhagavatam, wonderful prayers we can offer to Krishna. Итак, царица Кунти, она возносит эти прекрасные молитвы. И в Шримад Бхагаватам есть примеры других прекрасных молитв. Bhagavad Gita also, Arjuna prays to Krishna. When he sees the universal form, he offers prayers to Krishna. В Бхагавад Гите Арджуна также возносит молитву Кришне, когда он увидел его вселенскую форму. And we can recite these prayers for the pleasure of Krishna. И мы можем повторять эти молитвы для удовольствия Кришны. And if we don't like to recite any of these prayers, we can simply chant the Maha Mantra. That's also a prayer. И если нам не нравится повторять эти молитвы, мы можем повторять Хари Кришна Маха Мантру. Это также молитва. We can, by chanting Hare Krishna, it's a prayer and it's also the answer to our prayers. Хари Кришна Маха Мантра — это не только молитва, но это и ответ на нашу молитву. Because when we chant Hare Krishna mantra, we're praying to Krishna, Oh Krishna, please engage me in your service. Потому что когда мы повторяем Хари Кришна Маха мантру, мы просим Кришну, пожалуйста, займи меня преданным служением. And by chanting, we're being engaged in Krishna's service. Но повторяя, мы совершаем это преданное служение. So it's both a prayer and it's the answer to the prayer. И таким образом это наша просьба и в то же время ответ на нее. You know, in China I have a hard time to teach Chinese people to pray. В Китае мне очень сложно удалось научить китайских людей повторять молитву. Chinese people don't have that culture to pray. У них вообще нет такой культуры молиться. Because they're brought up in an atheistic culture. Потому что они выросли в атеистической атмосфере. But Russian people, you all believe in God. Но в России все верят в Бога. Right? For Russian people, there's no doubt. They know there must be a God. Для русских людей нет сомнения в том, что есть Бог. So it's very easy for Russian people to pray. Поэтому для русских людей очень просто молиться. And we have so many nice prayers we can pray in Sanskrit. И есть так много молитв, на которых мы можем молиться в санскрите. Sanskrit is a language which is meant for worship, for glorifying God. Санскрит — это особый язык, который предназначен для того, чтобы возносить молитвы Богу. So divine language. Это божественный язык. So we can practice saying the prayers to Krishna.
И мы можем практиковать, петь молитвы для Кришны. And in this way we will become Krishna conscious. И таким образом мы станем сознающими Кришну. This is what Prabhupada used to do all day. Это то, что делал Прабхупада весь день. In his room, he would have harmonium. He would sometimes sit and sing and play. У него в комнате стояла гармошка, и он играл и пел. Sometimes he would recite and sing the verses from Bhagavad Gita. Иногда он зачитывал какие-то стихи из Бхагавад Гиты. Sometimes he would sing the chant the prayers from Srimad Bhagavatam. Иногда он читал молитвы из Шримад Бхагаватам. And sometimes he would chant on his beats. И иногда он повторял на четках. Of course, every day you have to chant on your beats. Конечно, ежедневно вы должны повторять. This is the standard. This is the first business of a devotee. Это главное дело преданного. We first do the chanting, then we can do the other. Сначала мы должны повторить свои круги, затем заниматься другими делами. Now, in the modern society, there are many things which make it difficult for us to chant. Сейчас в современном мире столько сложностей для нас, чтобы повторять. One of the things is mobile phones. И одна из этих проблем — это мобильный телефон. Do you have a mobile phone? У вас есть мобильный телефон? Everybody says yes, right? Yeah, everybody got one. У всех есть. And they take a lot of time. И они отнимают очень много времени. You may be trying to chant, and then your mobile phone, you get a message, you get something, you become distracted. Мы садимся повторять, и тут приходит какое-то сообщение либо звонок, и мы отвлекаемся. Sometimes people they're chanting one hand the big bag, other hand mobile phone. Некоторые могут повторять, что в одной руке мешочек, в другой телефон. Yeah. You're chanting but looking at mobile phone. Мы повторяем, но смотрим в телефон. Means that we're not thinking, we're not hearing Krishna. Это означает, что мы сейчас не думаем, мы не слышим Кришну. We have to try to be careful to concentrate on hearing the Mahamantra. Мы должны быть очень внимательными и концентрироваться на том, чтобы слушать Махамантру. So when we get serious about chanting, then we will switch off mobile. Если бы мы были серьезными, мы бы просто выключили телефон. Now is my time for chanting. Сейчас у меня время для повторения. Mobile phone, you can always turn it back on later. Его всегда можно включить позже. But first do the chanting. Но сначала нужно повторить. Very important. Это очень важно. This is the business of a devotee. Это главное дело преданного. First business, chanting the holy name. Это его главное занятие — повторять святое имя. So Lord Chaitanya instructed there are different levels in chanting the holy name. Итак, Господь Чайтанья говорит, что есть разные уровни преданных, разные уровни повторения святого имени. We have to try to always improve the quality of our chanting. И мы всегда должны пытаться повысить качество нашего повторения. That is why we have days, special days like Ekadasi. Поэтому у нас есть особые дни, такие как Экадыши. Ekadasi is a day to increase our chanting. Эти дни предназначены для того, чтобы увеличить количество повторения. When I became a devotee in England, then they told me on Ekadasi we all chant 25 rounds. Когда я стал преданным в Англии, мне сказали, что преданные на Экадыши повторяют 25 кругов. We would not eat breakfast. No breakfast on Ekadashi. И у нас не было никакого завтрака на Экадаши. That way we have more time to chant. И так у нас было больше времени, чтобы повторять. So then we have days like Janmashtami coming in a month. И так есть такие дни, как Джанмаштами, он сейчас приближается. It's also a day to chant more rounds. Этот день тоже предназначен для того, чтобы повторять больше кругов. So there are many opportunities for us to increase our chanting. Есть очень много возможностей для нас, чтобы увеличить количество кругов. Sometimes you may get the opportunity to go to Sadhu Sangha. Иногда у нас есть возможность поехать на Sadhu Sangha. Have any of you been there to Sadhu Sangha in Ukraine? Yeah? Кто-нибудь Ukraine? Был? Like, see? На Черном море кто-нибудь был на Sadhu Sangha? You been there? No? Yeah?
So when you go there, more chanting, right? И когда вы были там, вы же больше повторяли. Yeah. Better opportunity to chant more. You go to Mayapur, you go to Holy Dham, it's more chanting. Если вы поедете в Майпур, в Святую Дхаму, там будет гораздо больше повторений исповедания. Not more talking. Не так много разговоров. More chanting. А больше повторений. Every morning, devotee is very serious, chanting the Holy Name. Каждое утро преданные очень серьезно повторяют свои круги. So we have to develop the habit. We want to chant the Holy Name. Поэтому мы должны развить эту привычку, мы должны хотеть повторять Святое Имя. And then we, when we chant, then we're protected from Maya. И когда мы повторяем, мы защищены от Майи. Because we're taking shelter of Krishna, Krishna protects us from Maya. Потому что мы принимаем прибежище у Кришны, и Кришна защитит нас от Майи. You have to try it to experience for yourself. Вы должны сами это попробовать. So Krishna consciousness is very practical for us. It's a practical way in which we can improve our life. Сознание Кришны – это очень практичный метод, с помощью которого мы можем улучшить нашу жизнь. It's not a waste of time. Это не какое-то пустое трата времени. It's not just some blind faith or some sentiment. Это не какая-то слепая вера или сентименты. This is a spiritual science. Это духовная наука. To awaken our real consciousness. Для того, чтобы пробудить наше истинное сознание. So I pray to all of you, please, you try to do this chanting carefully. Поэтому я молю вас всех, пожалуйста, повторяйте внимательно. Become nice mahatmas. Чтобы стать хорошими махатмами. Okay, any questions? Есть вопросы? Yes, Prabhu. Слышал, что есть повторение на уровне вайкунхи. То есть есть повторение, когда есть какое-то беспокойство, что-то в уме, то есть вкус, ну, как старые эти негативные какие-то самскары, ну, при повторении. То есть повторение, когда нет беспокойства. Есть, когда вот приходит беспокойство во время повторения, как, ну, практические советы, как вот успешно преодолевать это, чтобы это приносило как бы все больше и больше, ну, счастья. So I heard that there is two kinds of chanting on the level of Vaikuntha, where there is no anxiety or disturbing in our mind, and the second, when we have some thoughts, then some negative samskaras come up in our minds. So how to overcome this anxiety, this disturbance, to get the advantage of Hare Krishna Mahamantra chanting? By loud chanting. Нужно полюбить повторение. The louder you chant, the more powerful it becomes. Чем больше вы повторяете, тем больше, тем могущественнее это становится. When we call out more feelingly from the heart, then we will give up the thoughts of the mind. Когда мы взываем к эмоциям в сердце, тогда мы сможем преодолеть свой ум. К эмоциям. Когда мы говорим к своим эмоциям, с эмоциями в сердце. You don't need to listen to the mind. Вам не нужно слушать свой ум. You need to use your ears to hear the Holy Name. Нужно использовать свои уши, чтобы слушать Святое Имя. And use your tongue to chant. Использовать язык, чтобы повторять. You don't have to use the mind. Не надо ум использовать. You have to conquer the mind. You have to make the mind hear the Holy Name. Нужно победить ум, заставить его слушать Святое Имя. Make the mind chant. The business is to hear and chant, not thinking in the mind.
Надо заставить его слушать. Не нужно думать в этот момент. Нужно просто слушать и повторять. So, when we chant the name more carefully, more attentively, then the thoughts of the mind will be gone. Если мы очень внимательно, сосредоточенно повторяем святое имя, все мысли из ума уйдут. This is the clearing. We have to be careful about this. To be very attentive in our chanting. Это процесс очищения. Мы должны быть очень внимательны, когда повторяем. We give the attention to the sound of the holy name and to chant the name properly. Мы должны быть очень внимательны к звукам святого имени и повторять его очень. Мы должны произносить все звуки святого имени. And we call the name with feeling from the heart that we're calling, we're trying to feel some love for Krishna. И повторяем, мы должны взывать к нему, взывать к любви к Кришне. You know, many people may say your name. Многие люди могут повторять ваше имя. But they don't all say your name with feelings or with any love. Но вряд ли они произносят его с какими-то эмоциями или любовью. But we want to call Krishna's name with genuine love. Но мы хотим звать Кришну с любовью. You don't want to just mechanically say the names of the alphabet, some alphabetical combination of letters. Мы не должны повторять механистически, как просто набор букв. It should be real, with real feelings. В этом должны быть вложены настоящие чувства. So we have to practice. Поэтому нам нужно практиковать. Prabhupada said, he told one devotee one morning, he said, you know, it took me 32 years to perfect. Прабхупада однажды сказал преданным, что у меня заняло это 32 года, чтобы добиться успеха в повторении. So he was telling us, it's not very easy. It takes practice. Этим он нам говорит, что это не так-то просто, это требует практики. We have to really practice this chanting. Мы должны ежедневно тренироваться, повторять святое имя. Our hearts are hard, like stone. Наше сердце твердо, как камень. But even stone can be rubbed away by water. Но даже камень может размыть вода. So by constant chanting of the holy name, our stone-like hearts can also be melted. И благодаря регулярному повторению наше сердце растает. But we have to endeavor. Но мы должны приложить усилия. This is our most important business in the day. Это самое важное занятие в течение дня. To do this chant. Повторить свои круги. And Lord Chaitanya said, Kirtaniya Sadhari should always chant the holy name. Господь Чайтанья говорил, что нужно постоянно повторять свои круги. Постоянно повторять свое имя. So, if our mind is dwelling on thoughts of the mundane, the material, the bodily considerations in the past and the future, this is not very good. Если ум постоянно где-то мечется, думает о каких-то материальных вещах, о прошлом, о будущем, это не очень хорошо. We have to concentrate now, on this moment. Мы должны концентрироваться на нынешнем моменте. Give full attention. Быть полностью сосредоточенным на святом имени. Because when we are inattentive, if we are not giving proper attention, then that becomes the seed for other offenses. Потому что когда мы невнимательно повторяем, это является зерном для всех остальных оскорблений. So, offensive chanting does not give us love with God. И оскорбительное повторение, оно не даст нам любви к Богу. Even the chant, you may chant the holy name for many lifetimes, but if we have not got rid of offenses, we will never get the goal of the chanting. Вы можете повторять много жизней, но если ваше повторение будет оскорбительным, это не принесет вам цель,
цели повторения. So we really want to try to develop, to cultivate this chanting of the Holy Name. Поэтому мы должны очень стараться развить правильное повторение. Many devotees are going on japa retreats. So sometimes the different devotees organize a japa retreat. Иногда организуют джапа ретриты, и многие преданные съезжаются туда. And the devotees come together for several days and they chant japa together. Они съезжаются туда на несколько дней и повторяют джапу вместе. And they try to chant 64 rounds in one day. Они пытаются повторить 64 круга за один день. Because more chanting will help us to develop more taste for the name. Потому что больше повторения кругов помогает нам развить вкус. Sometimes people cheat themselves. They say, oh, no, I can chant the name better. When I chant one round, I can chant a good round. Иногда преданные обманывают сами себя, они говорят, я могу повторить один круг, но он не очень хороший. But if I have to chant 16 rounds, it's too many. То есть я могу повторить один круг, это будет хороший круг, а вот 16 кругов это слишком много. So I just chant one round. Поэтому я лучше буду один круг повторять. No, you have to chant 16 rounds, minimum. Нет, нужно минимум повторять 16 кругов. Just like teacher may say, you have to write this word out 10 times. Как например, учитель говорит, это слово нужно прописать 10 раз. Right. Write it out 10 times, then you learn to write the spell it correctly. Прописать его много раз для того, чтобы научиться писать его правильно. So the same way we have to chant 16 rounds to get the full taste for the Holy Name. И таким же образом мы должны повторить 16 кругов, чтобы получить вкус к Святому Имени. We have to do this chanting. Нам нужно сделать это. Bhaktisiddhanta Sarasvati had his devotees all chanting 64 rounds. Bhaktisiddhanta Sarasvati и другие преданные не повторяли 64 круга. So Prabhupada said 16 rounds was the minimum. Прабхупада сказал, что 16 кругов это минимум. And then when 16 good rounds. Он имел в виду 16 хороших кругов. Avoiding offenses. Избегая оскорблений. He wanted Prabhupada like us to chant first before we did any reading. He said, first you finish your rounds, then you read. Prabhupada would say, first you do your chanting, then you can read. Прабхупада сказал, сначала вы должны закончить свои круги, а потом уже садиться что-то читать. Some devotees thought, I will read first and then chant. But Prabhupada said, no, first chant, and then you can read. Некоторые преданные думают, я сначала немного почитаю, а потом повторю свои круги. Но Прабхупада сказал, нет, сначала круги. Chanting is our first business. Повторение Святого Имени – наше главное занятие. And he said, if you don't chant, then it's just a matter of time before you give up Krishna consciousness. Если вы не повторяете Святое Имя, то это только вопрос времени, когда вы уйдете из сознания Кришны. Even you may do a lot of service, but if you're not chanting, then you won't stay very long in Krishna consciousness. Даже если вы занимаетесь различным служением, все равно вы оставите сознание Кришны, если не повторяете. So we want to try to develop quality chanting, quantity and quality. Поэтому мы должны развить и качество, и количество. So quality means avoiding the offenses. И качество обозначает избегать оскорблений. Any other question? Есть другие вопросы? Скажите, пожалуйста, требования сначала вычитать свои круги, а потом заниматься какими-то другими делами, но абсолютно, или же все зависит от обстоятельств. Вот у меня работа начинается минимум с 5 или раньше. Но не всегда удается получать свою вещь, ну, скажем, 8 часов, что это идеально, но возможно ли здесь какие-то отступления в течение дня, разбить в течение дня. Is it
ultimate requirement to chant Hare Krishna before doing something else. That my job starts about 5 o'clock in the morning, and not always I can go to bed early. So I divide my chanting in some parts during the day. Mm-hmm. Okay, but at least she must do some chanting before you start work in the morning. Да, но тогда вам нужно хотя бы немного повторить перед тем, как начать рабочий день. Yeah, when you wake up in the morning, you should chant. Вы только проснулись, и вам нужно сразу повторить. You may not be chanting japa on your beats, but at least you should chant. Возможно, даже не на четках, но просто начать повторять. On the way to work, you can chant. По дороге на работу вы можете повторять. Спасибо. When you're taking a bath, if you take a bath in the morning, then you can chant. Когда вы принимаете омовение, вы можете повторять. There are no hard and fast rules. You may not finish all your rounds in the morning. You have to go to work. Okay, so you do some chanting. The chanting can be spread out throughout the day. Да, то есть это не такое жесткое правило. Тогда вы можете повторять в течение дня свои круги. Prabhupada was also doing like that. Прабхупада тоже так делал. As a householder. Когда он был домохозяином. He would chant 4 rounds before each meal. Он повторял 4 круга перед каждым приемом пищи. Before breakfast 4 rounds, before lunch 4 rounds, before supper 4 rounds. 4 круга перед завтраком, 4 круга перед обедом, 4 перед ужином. The family life is a little different. Семейная жизнь немножко отличается. For people living in the temple in Krishna consciousness, then Prabhupada liked us to chant first. Те, кто жили в храме, Прабхупада говорил им сначала повторять. But people working in the material world, then, you know, do what you can. Но люди, которые работают, они делают так, как они могут. You can make some adjustments. То есть здесь нужно сделать поправки.